Почему что-то робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Бог ему посвятил фонариком. Он его выделил среди других. Нам вообще было невдомек, что наш мусик – гений. Ты никогда не бывал. Брежнев, Леонид Ильич, он всегда говорил, а Муслим Магомаев участвует в концерте? Ему говорит, да, хороший концерт будет. Муслим и деньги – это два несопоставимых понятия вообще. То есть, если он в компании сидит, значит, за стол должен платить он. Будь вы там самым богатым человеком в мире. Шагает солнце по бульвару. Муслим ее провожал, присылал ей в номера цветы и, в общем, не оставлял покоя. Он очень застенчивый человек был, собственно, почему он на меня такое огромное впечатление произвел. Я таких не видела. Премьера документального фильма. В субботу на Первом. Если бы какая-нибудь добрая фея представила бы мне возможность жить с самого начала, я бы вновь стал певцом.